конце учебного года в спортивной школе номер 10 принято поздравлять учащихся с их спортивными достижениями. Физкультурный праздник «Пирамида здоровья» для детей с особенностями развития традиционно получился душевным и жизнеутверждающим. Преподаватели и члены родительского комитета вручили маленьким спортсменам грамоты за лучший прыжок в длину, максимальное количество отжиманий или выполненные зачеты по общей физической подготовке. Особенно хвалили деток, улучшивших свой результат и показавших рвение к спорту. Выдержки и воли присутствующих можно только позавидовать. Мне приятно то, что мы находим таких людей, которые вот заинтересованы в том, чтобы наши дети с ограниченными возможностями, взрослые с ограниченными возможностями имели, ну, так сказать, возможность большей социализации, да, и внедрения в наше общество.